Мумус. Это нечто. Пельмешки! Кунг-фу панда! Кунг-фу панда. Попробуй. Они внешне очень похожи на хинкали. Хинкали, точно. Похожи на русские пельмени. Это блюдо выглядит как пельмени. Да, похоже на русскую кухню. Но в индийской кухне нет ничего подобного. Наоборот, есть. У нас есть похожее блюдо. Мясо и овощи заворачивают в тесто. Иногда поджаривают, а иногда варят. Что надо сделать? Это похоже на бомбу. Вкус этого соуса раскрывается позже. Просто вкус, да? Надо? Ничего? Ну, пока нет. Ага. Ну, я есть не буду, ему не понравилось. Это мясо? Овощ. Вспомню русскую грузинскую кухню. Я все-таки попробую. Это как аджика наша, да, что-то такое? Это аджика? Очень острая аджика. Китайская аджика, да? Как? Табан. А по центру это соевый соус. Соевый соус сделает нас из... Ну, поехали. Это все-таки самое вкусное блюдо, мне оно очень понравилось. А они без мяса? Давайте попробуем. Горячее. Слишком острый. Скорее всего, это из-за соуса. Хотя нет, не настолько и острый. Что внутри? Я не знаю. Самый острый соус? Я отважный. Отлично. Мужайся. Я выдержу. Вкусно. Ну, давай, первый. Это вегетарианские пельмени. Лично мне не очень нравится, потому что я люблю есть мясо. Что касается внешнего вида, наверное, прошло какое-то время, потому они стали немного мягче. Когда они горячие, вкусно. Мне кажется, что если бы добавили мясо, было бы еще вкуснее. Первый раз ем хинкали без мяса, и мне это нравится. Вот. Но много я таких съесть не смогу. Ну, это тесто гораздо тоньше, чем грузинское. Оно имеет свой привкус. И мне кажется, даже лучше. Да, мы привыкли, что бульон всегда течет оттуда, а здесь все сухо и как-то похоже на икру. Да, но... очень похоже. Конечно, некоторые блюда оказались необычными, так как мы никогда не пробовали, например, капусту. Все остальное, например, приправы, очень похожи на индийские. Что касается соусов, то это что-то новое. Я пробовал соевый соус, чили, но здесь они другие на вкус. Это блюдо больше похоже на ланч. Или обед. Или обед. Или перекус. Мы можем этим перекусить после основного приема пищи. Согласен. Очень вкусно. Но мне кажется, здесь много теста. Хотя в наших пельменях тоже больше. Очень... Блюда, которые готовят в ресторане, похожи на китайские. Я был в этом ресторане раньше, поэтому мне нравится их кухня. Я буду завсегда там, потому что это тоже очень вкусно и остро. И да, особенно вкусно. Это мне нравится, что это близко к кавказской кухне еще. В чем-то по остроте и вот по внешнему. То, к чему мы привыкли.
Добрый день! Сегодня мы приготовим домашние пельмени с фаршем из овощей. Тесто у нас было подготовлено заранее, примерно 1 килограмм муки, пол-литра воды без яиц. Добавим немного муки и нарезаем полоски, чтобы было легче разрезать на кусочки. Теперь раскатаем тесто. Режем на одинаковые кусочки и давим, чтобы они стали плоскими. Раскатываем скалкой. В начинку здесь идет морковь, грибы сянгу и стеклянная лапша, которую нужно замочить и разрезать на мелкие кусочки. Тоже делаем и с грибами. Пельмени с овощами – очень простое, но запоминающееся блюдо.